Ребята, всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ с мыловарения. Я только что вернулась с почты и очень обрадовалась, когда увидела такую большую коробку. Она весила килограмм 3-4. И когда я в нее заглянула, я увидела маленький пакетик с разными штучками и очень-очень много мыльной основы. Потом я вспомнила, что у меня в субботу мастер-класс, и я прикупилась и... накупила себе очень много мыльной основы. Белую, прозрачную, для свитлов, органическую и кремообразную. Из сухоцветов я взяла себе ромашку, две пачки, василька сухоцветы и календулы. Наконец-то до меня дошло, что надо уже купить бисер для ванны, потому что я очень давно его хотела купить, но что-то медлила. Вот, теперь я его заказала. Это у нас кокос и фрезия, беленький такой. Им очень будет красиво украшать мыло с свирлами или мыло какие-то тортики, пироженки. Мне кажется, будет очень красиво смотреться, как посыпка. Потом глиттеры. Это у нас фиолетовый, бирюзовый, серебро, черный, золотой, белый и красный. Так, это красители. Краситель шоколад. Это синенький краситель, это у нас фиолетовый, это оранжевый, розовый, это у нас малиновый, это апельсиновый, а это зелененький, только капельку темней. Вот, это у нас красители все. Теперь перейдем к ароматизаторам. Ароматизатор тирамису, очень сладкий запах, сливки. Черника, лайм, лимон и литва, очень освежающий, для мыла новогоднего очень подойдет. Чизкейк, вот чизкейк, малина и крем-брюле. Это все, что я заказала на этом сайте. До скорых встреч, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До свидания.